Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот конфетки Конти Супер. Купила их в фикс-прайсе за 55 рублей. Да, они у нас еще с апельсиновой начинкой, вот такой вот должно быть. Так, шоколад с апельсином, да. И также давайте посмотрите состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте его. И давайте их откроем. Такая вот у нас кучка небольшая. Здесь их, кстати, довольно много. Выглядят они вот так вот. Такие, кстати, довольно тоненькие. Немножко мягенькие. Так, наша тарелочка. Здесь что-то, кстати... А, тут на английском написано. И давайте ее откроем. Такая маленькая, малюсенькая прям. Малипусечка. Опа. Отрезаем. Ну да. Есть тут, конечно, эта апельсиновая штучка. Здесь, кстати, она нарисована прям оранжевая. Вот видите, прям нарисована оранжевая. Здесь, конечно, черный. Кстати, довольно много. Видно, что много. И там прям очень много. Ну и тут тоже довольно много. Не капелька, по крайней мере, как это обычно бывает у многих производителей. Я думаю, что она оранжевого цвета должна быть. Ну, если бы они нарисовали черный, было бы не так заметно, наверное. И давайте ее попробуем, вкусная она или нет. Действительно, вкус апельсина присутствует. А, знаете, если когда хочется конфеты с апельсином, то да, вот они. Вот они, эти конфеты, именно с апельсином. То есть бывает, есть шоколадка, да, она со вкусом апельсина, в итоге ешь и ничего не чувствуешь. То вот здесь, да, вот они есть, начинка есть, и она действительно чувствуется прям апельсином, таким отдает, но она вот только приторно-сладкая. Это, конечно, мне не очень понравилось, чувствуется шоколад, она... Кстати, очень мягкая, нежная, но очень приторная, почти как Милка. Милка шоколадки тоже почему-то приторные. Вот, здесь тоже. Давайте еще попробуем с вами съедим целую. Мне кажется, целая будет еще вкуснее, наверное. Заодно ее посмотрим. Вот точно такая же. Пробуем. Да, она нежная, мягкая. Апельсин где-то, знаете, местами прям сильно чувствуется, местами не очень, но она очень приторно-сладкая, очень прям. И вот эта вот приторность сладкая, она перебивает, немножко перебивает весь вкус апельсина. Была бы она не настолько сладкая, было бы, конечно, супер. Ну, наверное, для сладкоежек такие конфеты нормально. Много не съешь. И, конечно, протянешь дольше. Захотела сладкого, съел одну. Даже, мне кажется, половинки будет достаточно. Целая это слишком, прям она очень становится сладкая. Половиночки достаточно будет. Вот такие вот у нас были конфетки сегодня на обзоре. Очень вкусные. И обязательно оставляйте свой отзыв под этим роликом в YouTube, в комментариях. Обязательно мне будет приятно прочитать ваши отзывы. Что же думаете вы о этих конфетах, таких приторно-сладких. Вот. Также обязательно смотрите наши ролики, другие наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также смотрите обзоры на другие продукты. Продукты из фикс-прайса, Светофора, Победы, из обычных магазинов. Обзоры на технику. И там у меня на канале очень-очень много всего интересного. Обязательно посмотрите, обязательно подписывайтесь.
пишите комментарии, ставьте лайки, я для вас стараюсь. И всем пока-пока, с вами был канал Артмания.